Ну хорошо, мы познакомились, начинаем. Сегодня наш вебинар будет построен впервые на нашем вебинаре. Будет выступать три спикера. И спикеры, те, которых вы еще, конечно же, никогда не слышали, и тех, которых вы, я знаю, что вы ждете с огромным нетерпением и с огромным желанием, потому что вы уже очень много знаете. И я знаю, что горите желанием и ждете, когда же наконец начнется тренинг. Да, Галя, спасибо, запись идет. Давайте так сделаем. Поставьте, пожалуйста, мне по шкале от 1 до 10, те, кто уже знает, о чем пойдет речь, насколько сильно на самом деле у вас есть желание к тому, чтобы тренинг скорее начался. Но это такой чисто символический вопрос, я, конечно, знаю на него ответ. И каждый день с вами общаюсь. И у нас есть еще с вами 5 дней для того, чтобы максимально эту информацию дать тем людям, которые в этом сегодня очень-очень сильно нуждаются. Начинаем. Значит, наша сегодняшняя встреча будет построена таким образом. Сначала я расскажу общую информацию о тренинговом центре, расскажу о том, что это такое, куда мы идем, чем мы занимаемся. И далее о самом тренинге расскажут непосредственно его ведущие, расскажут учителя, расскажет, сначала будет выступать Елена Новик, далее будет выступать Марина Селицкий. Возможно, будет наоборот, я не знаю, там уже по ситуации будем смотреть. И после выступления тренеров я продолжу, расскажу о тех возможностях, которые дополнительных мы еще даем. Так, значит, вот тема нашего, начинаем. Давайте по порядку. Значит, как все начиналось? Вообще, давайте о том, о главном, о теме нашего вебинара. Как я вам сказала, уже это тема антидолг. И сегодня и те, кто в первый раз, и те, кто уже не в первый раз, и те, кто уже практически 2-2,5 месяца вместе с нами, вы, конечно же, и сегодня тоже узнаете много информации, которая вам будет нужна и необходима уже сегодня. И главная наша тема о том, как закрыть долги, сделать так, чтобы больше никогда в своей жизни вы их не создавали. Как это можно сделать за несколько месяцев? Почему в вашей жизни наконец-то должны появиться те суммы денег, которые вам необходимы? Также вы узнаете о том, причины, каковы причины, по которым мы с вами создаем долги. О том, как можно повысить свою финансовую планку. И вторая часть будет о том, что благодаря этим знаниям можно не только обучаться, но очень хорошо зарабатывать. И зарабатывать на самом деле очень серьезные деньги. Не зря я говорю вам о том, что мы будем повышать свою финансовую планку максимально. О том, как можно зарабатывать, делясь этими знаниями, до 24 миллионов в год. Как все начиналось? Практически уже, наверное, полтора года назад у меня, так же как практически у всех, единицы людей пришли сюда, те, у которых не было долгов. Изначально вообще все приходили люди, у которых были долги. И я, знаете, так посчитала, что в четвертый раз в жизни, вот полтора года назад, я тоже оказалась в очередной раз в долгах. И в моей жизни проходило все так, что я то выхожу из долгов, снова в долги попадаю. Выхожу из долгов, снова в долги попадаю. И вот эти вот качели на протяжении я подследила всей моей жизни, они проходили. Поставьте, пожалуйста, мне единички, те люди, у которых такие ситуации в жизни были. Вот кто бывает, что прям хорошо-хорошо зарабатывает, потом по каким-то причинам раз и уходят долги. Снова хорошо может зарабатывать и уходят долги. И двоечки поставьте те люди, пожалуйста, у которых бывают такие ситуации, что на вас все заканчивается. Вот вы приходите в бизнес, либо билеты покупаете в железнодорожной кассе. Я не знаю, колбаса на вас заканчивается, чековая лента заканчивается. То есть люди, у которых, ну просто на самом деле могут это себя, куда бы я ни пришел, достаточно часто на мне все заканчивается. Тоже очень много таких людей. Вот сегодня именно для всех, для вас, для меня, конечно, вы услышите ответы на свои вопросы. Вы поймете, что не от выбора компании, не от какого-то нового бизнеса, не от новой работы будет зависеть то, что в вашей жизни деньги появятся или не появятся. И вот полтора года назад я
На самом деле очень серьезно задумалась, потому что я поняла, что я проживаю такую ситуацию, как белка в колесе, когда ситуация повторяется, повторяется и повторяется. И я сказала себе, стоп, нужно остановиться, потому что каждый раз, когда у вас рушится бизнес, а я до этого 15 лет была частным предпринимателем и прожила, скажем так, ситуацию, когда я потеряла бизнес на земле, после этого 9 лет я работала в сети. У меня есть опыт своей собственной сетевой компании, которая благополучно переросла в оптовую компанию. И за это время я успела также еще параллельно несколько бизнесов на земле закрыть и закрыть. То есть, понимаете, вот кто проживает такие ситуации, которые проживала, как я, что каждый раз, когда вы теряете бизнес, это, как правило, потеря денег, это потеря имиджа, это потеря партнеров. И самое главное, что это потеря веры в себя. Вот кто сегодня очень остро эту ситуацию проживает, или, ну, те, кто уже у нас, конечно, какое-то время проживал, скажем так, кого сегодня, знаете, может быть, даже сказать, опустились руки, потому что ничего не хочется, что вы понимаете, что чем бы вы ни занимались, что это ненадолго, что это может закончиться, и уже возникает страх, что... Да, либо плюсики напишите, либо как-то вот обозначьте себя, единички, либо вот вы, я вижу, букву «Я» начали писать. Потеряли веру в себя, потому что вы уже боитесь куда-то приглашать людей, вы боитесь что-то начинать, потому что все это кажется уже на самом деле даже бессмысленным. И близкие уже многих вас, конечно же, не очень, скажем так, одобряют то, чем мы занимаемся. И мы понимаем, что деньги зарабатывать нужно. Конечно же, нужно, что зарплаты, они никогда не обеспечат наших потребностей, что нужно строить бизнес. И вот именно о том, почему именно этичный бизнес, а мы будем вам сегодня рассказывать об этичных законах бизнеса и об этичных законах успеха, скажем так, потому что неэтичных законов неуспеха просто не бывает. Как можно благодаря этим знаниям создать именно этичный бизнес, бизнес, в котором вы будете всегда по спирали идти вверх, вверх, вверх. И хотя сегодня нас всех здесь собрала тема долгов, я знаю на 100%, что абсолютно каждый из вас согласен с тем, что если долги закроются, но не появится источник дохода, ваше состояние безысходности, даже скажем так, оно не изменится, что оно на самом деле, вот изменение произойдет только тогда, когда вы поймете, что у вас в руках есть инструмент, либо бизнес, который вам приходит, приносит стабильный, пусть изначально небольшой, потому что вы же понимаете, что на все нужно время, небольшой, но стабильный доход. Вот кто со мной согласен, поставьте троечки, кто не согласен, четверочки. Для кого важно все же, хотя есть сейчас долги, чтобы именно спокойствие придет к тому, что у вас появился бизнес, который вам приносит доход, и вы знаете, куда вы идете, зачем вы идете, с кем вы идете, и куда вы дойдете, и дорогу видно достаточно далеко. Но это тоже был, конечно же, символичный вопрос, я это понимаю. Я хочу, чтобы вы это тоже понимали и осознавали. Чтобы больше не было такого, что каждые 3-6 месяцев вам приходится выбирать какое-то новое направление и, скажем так, со страхом ждать пенсии, на которую прожить тоже невозможно. И, знаете, вот у меня был очень сильный, на самом деле, запрос, очень сильный. Я пребывала в том же самом состоянии, когда вот это состояние опускаются руки, и ты не знаешь, что, куда двигаться. И я стала искать информацию. Хотя я считала, что знаний на тот момент у меня было более чем достаточно, так же, как и у вас. И прочитано большое количество книг. И пройдено достаточно большое количество тренингов, очень серьезных тренеров. Но... И сама на тот момент уже проводила обучение с людьми достаточно долгое время. Но, как я всегда говорю, результат. Если результат в вашей жизни на сегодня и в отношениях, и в здоровье, и, конечно же, в финансах вас не устраивает, значит, 100% ко всем вашим знаниям необходимо добавлять, а зачастую полностью кардинально менять всю нашу систему взглядов, стереотипов, нашего поведения и нашего отношения к жизни. Иначе ситуация, она не просто повторяется где-то по кругу, каждый раз она усугубляется, потому что долг каждый раз все больше и больше, и ситуация все серьезнее и серьезнее. На сегодня я знаю, что у многих ситуация более чем серьезная. Конечно, ответы, они приходят. И я тоже, как и вы сегодня, вы получите ответ на самый главный свой вопрос. И
Я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что вы получите как раз вот эту дорогу, по которой вы можете спокойно, ровно идти. Вот на сегодня я сейчас сравниваю, есть две дороги. Одна с кочками, с ямами, темная дорога, грязная дорога. И другая дорога – это светлая, асфальтированная, которую видно далеко-далеко вдаль. И вы знаете, ответ пришел очень интересным образом. Конечно же, были проделаны разные действия. Я вспомнила все, чему меня учили когда-то. Но ответ пришел именно тогда, когда я стала расчищать пространство в своем доме. И это я всегда, даже когда у меня очень мало времени, я очень сильно рекомендую всем это делать обязательно. И все, кто у нас на тренингах, и все, кто был даже вчера, я знаю, что вы это делать уже начали. Делать это нужно с двумя, скажем, такими нюансами. Соберите дома все, на это потребуется время. Иногда у некоторых не один даже месяц на это уходит. Просмотрите все, что у вас есть в доме, вещи, предметы, может быть, даже мебель, бытовая техника, я не знаю, старые принтеры, вещи, которые вы, может быть, одеваете раз в 5 лет. Есть такие наверняка у каждого пальто либо шуба, которые вы иногда одеваете раз в 5 лет. Вот соберите все, что хотя бы год вы не одевали, с намерением, самое главное первое, что вы освобождаете, поблагодарите все, что вам послужило, уже отслужило свою пользу, принесло свою пользу, и вы освобождаете в своей жизни место. Ну, я скажу, как скажу, вы можете там дальше, конечно же, добавить еще, для того, чтобы в вашу жизнь приходили новые знания, нужные, в нужный момент, чтобы приходили интересные, нужные знакомства, чтобы приходили новые партнеры, чтобы в вашу жизнь приходили деньги, чтобы в вашу жизнь пришли замечательные отношения, если вы в них нуждаетесь. Все, что вы хотите, понимание пришло в вашу жизнь. Все, что вы хотите пожелать, вот именно с таким намерением, то есть это не просто уборка квартиры, конечно же, это уже практика, это уже практически начало тренинга. И вторая очень важная задача, что необходимо сделать, это отдать эти вещи, не просто отдать куда-то, как-то, через кого-то, кому-то. Очень важно, вы получите в разы больше результат и обязательно сделайте именно так, чтобы вы отдали каждую эту вещь тем людям, которые в ней на сегодня очень-очень сильно нуждаются. Но не может быть пригодится, возьму, ладно, так уж и быть, а именно тем людям, которые очень сильно в этом нуждаются. Поставьте мне сейчас циферку 7 внимательно. Те люди, которые это сделали и которые практически сразу же, там неделя, две может быть, а кто-то и сразу получили результаты. Если есть желание, то напишите, пожалуйста, что именно. Может быть, коротенько, 2-3 строчки, я буду рассказывать дальше, а вы напишите. Ну, я знаю, что практически каждый из участников, да, либо 7, либо напишите, практически каждый из участников получил огромное количество результатов, даже после простого такого действия. Кому-то вернули старый долг, у кого-то открылись новые возможности, у кого-то подписались договора, которые никак не решались, кто-то продал дом, который 2 года до этого продать не мог, у кого-то пришли деньги на тренинг. Я даже сейчас не смогу вспомнить, что еще происходило. Это буквально из того, что прямо сейчас мне пришло в голову, потому что каждый человек – это история здесь на самом деле. И мы все свои истории здесь еще напишем, конечно же. Да, открылись возможности. Вот я благодарю тех, кто начал писать. Продолжайте, Екатерина, Татьяна Екатеринбург. Я знаю, что как бы у нас такое правило для тех, кто уже на тренинге, мы пишем всегда имя и фамилию. Я рекомендую вам тоже своим приглашенным это делать, тогда мы, по крайней мере, будем знать, как вам обращаться и можем вам как-то помочь советом подсказки. Просто будьте на вебинарах, продолжайте, слушайте. Это Татьяна сейчас из Екатеринбурга. Так вот, и что у меня произошло? Да, вы продолжаете писать, вы продолжаете читать чат, а я буду продолжать дальше. Напишите, пожалуйста, вспомните. Нас здесь сейчас 163 человека. Я знаю, что у каждого практически человека что-то произошло. Хорошего, конечно же. И у многих произошло столько событий, что можно было минут 10 только каждому 15 рассказывать, какие события у него в жизни стали происходить. И я увидела. И вот вы знаете, вот я всегда говорю, всегда просите то, что вы хотите, запрашивайте информацию, потому что информация приходит самым-самым неожиданным образом. И я знаю, что практически каждый из вас, вот основная часть людей пришли сюда совершенно неожиданно. У кого-то открылась ссылка, у кого-то с
Совершенно незнакомый человек, может быть, посылали, но почему-то вдруг масса рассылок, вы их не проверяете, но рука почему-то потянулась, и вы почему-то нажали на ссылочку и вышли на вебинар. То есть это тоже целая отдельная история, как вы попадаете к нам сюда. Потому что когда у вас есть запрос, ответы всегда приходят. Как я говорю, голос неба не раздастся, вся информация всегда идет к нам либо через людей, либо через еще какие-то источники. Нужно только быть очень внимательным и понимать, что это ответы на ваши вопросы. И вот у меня тоже был очень сильный запрос. И вы знаете, когда я перебирала книги, мне одна книга очень понравилась, старая, я ее уже когда-то читала давным-давно. Тут я ее как будто в первый раз прочла, решила отправить ее своим знакомым в электронном виде и прочитала там такие комментарии к этой книге, зачем вы читаете. Книга хорошая была написана, замечательная, все хорошо, но зачем вы читаете переработанную литературу, читайте первый источник, читайте Майкла Роуча. Это, знаете, меня затронуло два слова. Меня затронуло слово «первоисточник», потому что я таким образом раньше никогда не смотрела на те знания. А вы прекрасно понимаете, что у нас сегодня огромный поток информации, у нас переизбыток информации, и многие, вы знаете, вот, ну, просто набирают информации, которая у них копится в старых тетрадях, которые в записи хранятся. Огромное количество книг, посещение тренингов, постоянно изучение каких-то новых материалов в интернете, благо, что сейчас все открыто. Вот у кого такая ситуация есть? У кого знаний очень-очень много, а действий не очень много? Поставьте троечки, пожалуйста. Кто может сказать, что он прям, вот знаете, дом советов, как у нас называется, огромное количество знаний? Это, знаете, мы тут все с вами практически одинаковые, поэтому иначе бы мы здесь не собрались, поэтому я думаю, что смело можем каждый, наверное, поставить сейчас эту троечку. Потому что это на самом деле так. И отвлекусь немного, скажу сразу. Вот все знания, которые мы будем вам давать, они даются в системе. Это очень важно понимать. Структурированную систему для того, чтобы вы в своей жизни начали получать результат. Я к этому еще вернусь. И первоисточник. Я никогда раньше не смотрела на то, что знания должны быть из первоисточника. Но это очень важно. Мы все с вами когда-то, в любом возрасте, кто-то в детстве, кто-то уже в взрослом возрасте, в сетевых компаниях, играли в глухой телефон. И вы вспомните, пожалуйста, на сцене это многие видели, что когда от первого человека даже к десятому приходит информация, она не просто уже не такая, она просто совершенно уже другая информация. И я знаю, что многие из вас проживали такую ситуацию даже, может быть, в ближайшие день, два, три назад. Помните, у многих такая ситуация была. Кто-то что-то про кого-то сказал, пока к вам пришло, оказывается, все совсем на самом деле не так. У кого такая ситуация была в ближайшее время? Единички поставьте, пожалуйста. Кто буквально, может быть, недавно прожил ситуацию, когда информация даже через двух-трех человек абсолютно перевернулась, и получилось, что вы даже практически и не то совсем узнали, что нужно было бы. Я сама прожила за эти несколько дней несколько таких ситуаций, поэтому я именно такой вопрос вам и задаю. Так вот, первоисточник. Очень важно, чтобы знания были первоисточником. Эти знания, которые мы с вами получаем, этим знаниям 2500 лет, они, скажем так, на основе этих знаний, они более чем проверены жизнью. И мы с вами здесь не подопытные кролики, на которых экспериментируют. Мы на самом деле берем те знания, из которых, скажем так, пошло все остальное. Истина, она одна. И спорить тут, как бы, наверное, даже и бессмысленно, и обсуждать мы это, конечно же, не будем. И второе, то, что я прочитала имя Майкла Роуча. Я поняла, что я впервые слышу это имя. Никогда раньше я не сталкивалась даже где-то мельком и не видела этого имени. Я, конечно, сразу же через интернет нашла, прочитала. И сегодня я с вами с огромным честью, скажем так, для меня даже, да, рассказывать об этом человеке, потому что благодаря тем знаниям, которые Майкл Роуч передает нам, передает в простой, понятной, доступной форме абсолютно для каждого человека. Потому что Майкл Роуч, он американец, выпускник с отличием закончил Принстон, и в течение 25 лет он обучался этим знаниям. Для того, чтобы сейчас нам понятно, еще раз говорю, 25 лет нужно было обучаться, чтобы в понятной, простой форме донести эти знания до нас с вами. Я обучался Майкл Роуч в тибетском монастыре. Майкл Роуч – это за последние 600 лет первый европеец, который получил звание Геше. А тибетские монастыри – это, как у нас, университеты.
И звание гише – это как самое высшее знание, это профессор. И знания эти, конечно, просто так не даются, скажем так, звание это. Его купить невозможно, потому что по окончании обучения сдаются экзамены. Они называются там ебаты, они сдаются в течение 3 недель перед 300 монахами. И что произошло после того, как Майкл Роуч сдал свои экзамены, получил это звание? Он получил задание от своего учителя. Учитель Майкл Роуч не простой человек. Он должен был в Тибете в 59 году возглавить один из 3 самых крупных монастырей. Но тогда произошли события трагические в Тибете, когда Китай напал на Тибет, и огромное количество монахов было уничтожено. Это, знаете, огромное, это значит практически все. Из 2 миллионов человек в живых осталось примерно 1008-10. И те, кто остались живых, они уходили через Гималаи в Индию, во Вьетнам, уносили в руках кто сколько мог на себе вот эти священные древние таблички, текста. И вот таким образом, из-за тех трагических событий, учитель Майкла Роуча попал в Америку. К чему это рассказываю? Чтобы вы понимали, что все в жизни не случайно. Учитель всегда, ученик всегда находит своего учителя, а учитель всегда найдет своего ученика. И вы здесь, конечно же, тоже не случайно. Я думаю, что и Марина, и Лена вам сегодня расскажут о том, какие семена мы создаем, благодаря чему мы именно встретились в этой жизни, скажем так, даже с этими знаниями. А в свое время я от Марины услышала это. Я не хочу сегодня это пересказывать, потому что Марина сегодня может вам это сказать сама. И задание было такое от учителя Майкла Роуча, что пойди, скажем так, в большой мир, в бизнес, и примени эти знания в жизни. Покажи, как они работают на практике. И Майкл Роуч очень долго размышлял. И, конечно же, он это сделал. Вот представьте, просто 25 лет прожить в тибетском монастыре, и после этого в Америке, на Манхэттене, заняться алмазным бизнесом. Это очень-очень узкоспециализированное такое направление, где все сферы влияния давно поделены, и куда, в принципе, чужих вообще уже давно не пускают. И вот именно в этом бизнесе, потому что Майклу Роучу в медитации пришло, что нужно заниматься именно алмазами, и в книге его «Алмаз на гранчик» вы все прочитаете очень подробно эту историю. И на час кредитов 50 тысяч долларов Майкл Роуч вместе с еще одним израильтянином создали компанию, которую вывели на товарооборот за 15 лет 250 миллионов долларов в год. Чем это важно для нас с вами? Потому что мы с вами будем получать и напрямую знания, и знания от учеников Майкла Роуча. Это знания, которые, это практические знания, которые работают на самом деле. И, как еще раз вам скажу, знания даются в простой, понятной, доступной форме для каждого человека в ежедневной его жизни. Например, вы можете узнать ответы на такие волнующие вас вопросы. Хочу, чтобы мой муж больше зарабатывал. Что мне для этого нужно делать? Поставьте двоечки те женщины, которые хотят, чтобы ваш муж больше зарабатывал. Поставьте, пожалуйста, двоечки, у кого не отказались бы, кто бы не отказался от того, чтобы ваш муж зарабатывал больше денег. И наверняка вы знаете очень много таких своих знакомых, которые тоже не отказались бы, чтобы их мужья больше зарабатывали. Либо поставьте мне сейчас единички, те женщины, у которых нет мужа, но которые очень бы сильно хотели создать семью и создать замечательные отношения. Это и к мужчинам тоже относится. У кого сегодня остро стоит вопрос, что проблема одиночества? Где найти партнера, как найти партнера, как его встретить, как встретить такого партнера, которого на самом деле будет идеальным для вас во всех отношениях. Либо такой вопрос, мой муж тиран, что делать? И либо такой вопрос, у меня очень много конкурентов в бизнесе, я не знаю, что мне делать, как мне избавиться. Либо кто-то может задать такой вопрос, у меня постоянно меняются партнеры по бизнесу, то приходят, то уходят. Что с этим делать? Либо для вас всех волнующий вопрос, ко мне не приходят партнеры в бизнес, что мне для этого нужно делать? И от чего на самом деле зависит, будет моя компания продвигаться всегда и увеличиваться, скажем так, в товарообороте, либо она закончится через какое-то время. Потому что, ну, частное предпринимательство, как вы знаете, на сегодня это очень-очень сложно. И
Ну, в России, по крайней мере, я не знаю, наверное, из 10 компаний через 3 года остается, может быть, одна частный предприниматель, так же, как и в сетевом бизнесе. Очень сложно даже вернуть вложенные деньги, не только что, скажем так, выйти на очень серьезные и на очень-очень хорошие доходы. Сегодня многие, кто работает на зарплату, зарабатывают больше, чем те люди, которые имеют собственный бизнес. Поставьте на четверочки те люди, кто проживал такую ситуацию, когда у них был свой собственный бизнес, который занимал огромное количество времени, но некоторые из ваших знакомых зарплату получали больше, чем вы получали чистую прибыль. При этом у них голова ни о чем не болела, у них была пятница, суббота, суббота, воскресенье, выходные дни. И они благополучно, скажем так, я сама это переживала и проживала, поэтому не понаслышке знаю, что это такое. Да. А вот Наталья я прочитала. Вот ответы на любые вопросы, на все вопросы, которые для вас злободневны, которые вас волнуют, которые вы спрашиваете советы у своих знакомых, там, друзей, родственников, подруг, смотрите на окружение, как они эти вопросы решают. На все вопросы абсолютно вы получите ответы даже на нашем самом первом, самом главном базовом тренинге. Базовый – это не значит основа, это значит, что это самое главное, это те знания, которые вы… Каждый из нас должен был бы получить еще при рождении, ну хотя бы в детском саду, в школе, в институте. Но слава Богу, что для кого-то сегодня, для кого-то 2 месяца назад, для меня год назад эти знания пришли в мою жизнь, и мы с вами научимся вместе, шаг за шагом, применять эти знания в своей жизни, освоим новые навыки, поймем, а в чем на самом деле, скажем так, причины и законы успеха, что нет слова «случай», от чего на самом деле будет зависеть ваш результат. И именно когда вы даже только прикоснетесь к этим знаниям, только начнете делать здесь первые шаги, у вас уже 100%, я знаю, потому что многие сейчас поставят циферку 5, те люди, которые, поставьте, пожалуйста, те, кто еще не получил серьезных результатов в деньгах, может быть, чуть-чуть, маленечко уже начали поступать деньги, но вы внутренне уже успокоились, вы спокойно, уверенно двигаетесь вперед, потому что вы понимаете, от чего зависит результат на самом деле в вашей жизни и какой дорогой надо идти. Вот у кого уже нет внутреннего беспокойства, тревоги, страхов, нам было очень непросто запускать первую группу. Вторая легче гораздо идет, сейчас все со мной с этим согласятся, потому что таких проблем уже нет. Настолько было сложно, тяжело. С огромными проблемами приходят люди сюда. У нас есть люди, которые пришли с долгом 18 миллионов. И с такими долгами тоже есть. Но вы знаете, я знаю, что там уже внутреннее спокойствие тоже наступило, и уверенность тоже есть. Да. И Майкл Роуч написал книги после того, когда компания была продана, потому что цель, конечно же, была не просто заработать деньги. Деньги зарабатывались для того, чтобы помогать тибетским беженцам. Майкл Роуч открывает в Америке Diamond Институт, где может обучаться абсолютно любой человек с любой точки земного шара абсолютно бесплатно. И любой из вас может тоже получить там более глубокие знания. Майкл Роуч также написал несколько книг. Все они являются бестселлерами. Самое главное, самая первая книга, с которой я обязательно каждому из вас настоятельно рекомендую прочитать, а еще лучше выучить ее наизусть и применять ее каждый день. Ее нужно не просто прочитать, ее нужно изучить. Медленно. Я, конечно, понимаю, что первый раз вы ее прочтете очень быстро, снова открываете и по новой, как будто бы не читали будет. «Алмазный огранщик», вторая книга, точно так же к ней нужно отнестись, «Кармический менеджмент». Вы знаете, когда я читала эти книги, их не было тогда в продаже в России. Я читала и скачивала в интернете. Вот у меня было такое ощущение, как будто бы я переворачиваю страницы. Я буквально с первых 3 страниц, когда я вот в тот день открыла, услышала имя Майкл Роуч или открыла эти книги, я буквально с первых 3 страниц поняла, что это именно то, что я искала. Именно это ответы на те вопросы, на мои запросы, которые я так очень долго посылала и настоятельно. И еще раз говорю, у меня было ощущение, как будто бы я реально переворачиваю эти страницы, как будто бы я держу книгу в руках. Также эта книга, новая вышла книга сейчас, буквально не так давно, «Карма любви». Это сад, это бесстрашный и успешный. Как правильно делать йогу, книга тибетской йоги. Их не так много. Прочтите обязательно все. Начинайте читать с «Алмазного огранщика», по-другому она называется «Алмазная мудрость».
и с кармического менеджмента, потому что те знания, которые будут даваться далее нашими тренерами, нашими учителями, вы гораздо с большей эффективностью будете их воспринимать, принимать и получать большие результаты, если в самом начале до этого вы успеете, вы, или давайте так даже, начнете читать эти книги. Совершенно по-другому будет ложиться информация. Я сразу вам рекомендую всем, и тем, кто сегодня первый раз, вот уберите свое недоверие, попробуй, не попробуй. Вот это не нужно, это как раз те стереотипы, которые вас и привели к долгам. Не нужно проверять. До вас проверено уже, ну знаете, 2500 лет, я думаю, что больше, очень большое количество людей до вас уже проверило эти знания. И те люди, которые есть сегодня у нас с вами, они тоже их уже проверили. Многие на себе. И вот на протяжении 10 лет Майкл Роуч проводит семинары и обучение по всему миру. И в этом году впервые Майкл Роуч был в Москве. До этого именно Марина Селицки и именно Елена Новик – это те люди, которые впервые привезли знания Майкла Роуча и организовали обучение с приездом Майкла Роуча на Украине. Именно через них все началось на Украине, именно благодаря им, и именно с ними я связалась в первую очередь, когда прочитала первую книгу «Алмазный огранщик». Марина и Елена являются руководителями, учредителями издательского дома «Алмаз», который они открыли по заданию Майкла Роуча. Может быть, я что-то говорю не точно, они сегодня нам об этом расскажут. И, скажем так, именно благодаря их действиям, их пониманию, их видению, все это началось на Украине и в России. И вот впервые Майкл Роуч приехал наконец-то в Москву. Это те люди, которые уже дальше пошли по стопам Марины и Лены. И так же, как и Марина и Лена, они являются учениками Майкла Роуча. Вот Антон Кратасюк, благодаря ему, Павел Белорусский, они организовали великолепный семинар в Москве, где были многие из наших участников тренинга. Уже мы с вами там встречались, мы познакомились. И, конечно же, есть записи. Посмотрите, спросите у тех людей, кто есть у нас в чатах. Они вам дадут записи нашего вебинара, где я подробно очень рассказываю о том, что мы получили, какие знания, почему очень важно получать информацию и знания, когда есть такая возможность напрямую от учителя. Вы знаете, я прочитала книги не на один раз. Я сама на тот момент, когда я лично познакомилась с Майклом Роучем, провела уже в течение года рассказывала об этом людям, и последние 2 месяца я рассказывала об этих знаниях о Майкле Роуче каждый день, просто буквально. Но после того, как именно после личных встреч, после семинара, который шел в течение 6 дней, даже можно сказать, у них 3 дня было ретрита, картинка еще по-другому разворачивается, и по-другому складывается понимание, видение, знания, открываются совершенно другие возможности. И я каждому из вас желаю прикоснуться к этим знаниям. И Майкл Роуч, скажем так, дал добро на то, что в следующий раз он приедет к нам именно и в Новосибирск тоже, помимо Москвы. И мы буквально в ближайшее время будем знать уже даты, когда мы будем с вами, именно компания «Бумеранг», организовывать эту встречу в Новосибирске. С чем я нас всех с вами поздравляю. Для нас это с вами огромная честь. И в нашем тренинговом центре, как вы уже поняли, все знания, самые главные, самые основные, самые первоначальные дают ученики Майкла Роуча. И Елена Новик, и Марина Селицки, и Ирина Майструк, которая сейчас является тренером первого потока программы «Антидок», они все ученики, конечно же, Майкла Роуча. И все знания далее вы будете получать в системе, именно основываясь именно на этих знаниях. По-другому просто вы уже знаете. Потому что, еще раз говорю, в институте, в школе у многих есть не одно образование, но почему-то не в отношениях, не в финансах, скажем так, особых больших достижений нет. Потому что это, знаете, страшно, когда молодой человек выходит после института, потратив 5 лет, для того, чтобы получать зарплату в 20 тысяч, он только будет несколько лет отрабатывать ту сумму, которую он заплатил за свое обучение. И далее он будет только еще 20 лет платить за ипотеку. Давайте перейдем к самому тренингу.
тренинг антидок. Я только расскажу буквально коротко, и далее я передаю слово. Вот как вы думаете, отвечать не нужно, я просто знаю ваши ответы. Потому что каждый задумывался, каковы причины возникновения долгов. А кто задумывался, поставьте просто плюсики. Кто думал о том, почему у меня в жизни есть долги, что я делаю не так? Наверняка вы отвечали так, неправильно вложила, послушала чьего-то совета. Кто согласен, ставьте плюсики, что вы так именно думаете. А, неправильно вложил деньги, послушал чьего-то совета, пошел на поводу своих каких-то слабостей, доверился кому-то. А кто-то ругает себя, что вот какими-то там словами, да? Ну, как правило, далее даже прочитать не буду, это стандартные темы. Жалость, да, кто-то пожалел, кого-то занял деньги. На самом деле все не так. Каковы причины возникновения долгов? Сейчас я вам скажу, можете даже это записать. Как только мы начинаем в нашей жизни больше брать, чем отдавать, мы нарушаем с вами баланс. И таким образом в нашей жизни физической появляются материальные долги. И все, что мы будем дальше с вами делать, мы будем с вами выравнивать баланс между брать и отдавать. И именно этому мы будем учиться. Именно на этом мы с вами будут основываться все наши знания и все наши практические действия, все наши навыки. Потому что для того, чтобы что-то получить, это необходимо сначала дать другому человеку. По-другому не бывает. Нам возвращается только то, что мы отдали. Причем дать мы можем очень-очень маленькое зернышко, чуть-чуть вернется, это может огромным-огромным результатом. И про это подробно сегодня расскажут Марина и Елена. И смотрите, вот многие скажут, наверное, сейчас, что я и так всем все отдаю. Вот кто себя может сказать, что он и так всем всю жизнь помогает, но денег почему-то у него нет? Поставьте троечки, те люди, кто так думает, что я и так очень много отдаю, либо ваша мама много отдавала, но почему-то ничего, кроме пенсии, очень маленькой не нажила. Кто, у кого именно так это происходит? Да, так вот, мы с вами будем... Где мы можем с вами недодавать? Недодавать мы можем с вами абсолютно в разных сферах своей жизни. Мы можем недодавать своей стране. Мы можем недодавать своим родственникам, дальним или близким. Мы можем недодавать своей семье, детям, мужу, родителям. И мы можем недодавать сами себе. И понимаете, вот казалось бы, это не имеет никакого отношения к деньгам, но когда вы даже недодаете сами себе, у нас с вами появляется долги, в том числе и поэтому. Поставьте, пожалуйста, мне сейчас четверочки. Те люди, которые считают, что они не додают сами себе, недостаточно себя хвалят, недостаточно правильно себя кормят, не очень хорошо себя одевают, может быть, недостаточно разрешают себе спать, ведут не тот режим, который нужен. Практически не занимаются спортом, а если занимаются, то совсем, ну, нестабильно, нерегулярно. Кто мало гуляет, недостаточно вкладывает в свое развитие образования, потому что некогда, потому что деньги зарабатывать надо. Я думаю, что, наверное, каждый сегодня нашел, даже в том, что я перечислила, те моменты, где он сам себе не додает. Вы знаете, вот мы будем с вами не только на этом тренинге, будем с вами и далее учиться в том числе и отдавать себе. И у нас был замечательный вебинар 1 числа. Я очень сильно всем рекомендую его прослушать в записи, которую провела вместе со мной Оксана Колесникова, где Оксана раскрыла очень глубоко эту тему. Я очень-очень сильно рекомендую вам всем его прослушать. И тем, кто сегодня пришел первый раз, вам как это можно сделать? Вам нужно попросить тех людей, которые вас пригласили, попросить у них реферальную ссылку и бесплатно зарегистрироваться. После того, как вы зарегистрированы бесплатно, они смогут добавить вас в наши партнерские чаты. И в этих чатах уже выкладывается вся информация о всех наших вебинарах. Вся информация, идет общение между участниками. И, конечно же, вы там можете просто написать в чате и спросить любую информацию. Любого дня, любого вебинара вам сразу же откликнется очень большое количество людей и помогут вам
и те, кто вас пригласили, и любой участник просто в чате помогут и дадут вам максимальное количество нужной информации, ссылки, подскажут, что, как, чего, почем и почему. И причем, знаете, дадут еще и очень хорошие нужные советы, иногда поддержат и морально, и иногда, я знаю, бывает даже и материально поддерживают люди друг друга. Уже в наших чатах общение превратилось как в большой, очень дружной семье. Вот такое именно общение идет. Потому что все понимают, чтобы что-то получить, сначала это нужно отдать. Но это уже на самом деле из сердца, а не потому, что это надо. И тренинг. То есть мы будем с вами восстанавливать этот баланс между брать и отдавать. И также я буквально еще 5 минут и передаю слово. Вы узнаете причины, по которым мы создаем долги, как я вам сказала. Они бывают разные, в том числе и причины и проблемы идут с нашего рода. Я сегодня про это буду говорить, может быть, скажу после, я посмотрю, сколько она займет времени. Возможно, после выступления Марины и Лены я вам еще об этом расскажу. Может быть, вы просто прослушаете запись, которая у нас из предыдущей, потому что там я всегда об этом рассказываю. Даже, наверное, мы так, скорее всего, и сделаем. И второе, что мы будем делать, то есть мы сначала уберем те программы, которые пришли к нам из рода, из-за которых у нас с вами, пока мы не уберем эти программы, что бы мы ни делали, у нас всегда будет проблема с финансами. И второе, мы будем повышать свою финансовую планку, потому что деньги, жизнь становится все дороже и дороже. И она дешевле становиться не будет. И это мы с вами себе сегодня из-за своих родовых программ, из-за своих страхов, разочарований, обид, это мы себе с вами не разрешаем сегодня что-то иметь, в том числе и нужные финансы. Поэтому сначала мы будем убирать эти проблемы, блоки, убирать эти причины, после этого мы будем повышать финансовую планку, именно поэтому вы сможете получать для начала кто-то 5, кто-то 10, кто-то 15, кто-то 24 миллиона в год. И как разрешить себе зарабатывать именно такие деньги, на этом будет построен и весь наш тренинг. Я сейчас подробно на этом останавливаться не буду, хотя это очень-очень интересно. Я хочу сейчас передать слово Елене Новик и либо Марине, сейчас они сами решат, кто первый возьмет слово. Я с огромным удовольствием представляю вас наших замечательных, даже, можно сказать, друзей, конечно же. С Леной мы наконец-то лично познакомились уже в Москве, чему я была очень рада. Мы проговорили с ней несколько часов и пришли к тому, что нужно срочно-срочно запускать второй поток, срочно-срочно давать людям те знания, возможности новые, понимание давать новое. Я вижу, что вы все уже приветствуете Лену. Молодцы, правильно, приветствуйте. Аплодисменты, пожалуйста, в студию нам. Добрый вечер. Да. И Лена вам сейчас расскажет уже то, чем мы будем заниматься на тренинге. И все, и просто прежде передаюсь. Чем мы продолжим, то, что начала Дина, я хотела бы представить своего соратника, свою подругу Марину Селицки, которая начнет рассказ о первой части, я потом продолжу. И Марина Селицки проживает в Израиле, она родом из Москвы. И уже длительное время мы с ней сотрудничаем, работаем в области применения знаний кармического менеджмента. И это совершенно потрясающий человек, и я вам должна сказать, что огромное счастье получить от нее тренинг и получить от нее знания. Марина является не только очень профессиональным коучем, то есть она больше ничем не занимается, она занимается только тренерской работой. Она еще и прекрасный переводчик, и большая заслуга того, что книги есть на русском языке, книги Геши Майкла, это результат совместной работы очень многих людей, но художественную часть, скажем так, завершающую часть, это детище Марины. И я ей очень благодарна. Это каждая книга для нее, это как ребенок. Буквально вот для всех нас как ребенок, но для она ее вот доводит до такого состояния, что у меня всегда складывается
впечатление, что я разговариваю непосредственно с Гешей Майклом. И еще несколько слов я хочу сказать о том, что курс, который нас пригласили провести, который мы с удовольствием это приглашение приняли, мы уже опробовали не на одном участнике. У нас было несколько групп, и у нас есть опыт. И у Марины огромный-огромный опыт проведения занятий в группах, огромный опыт проведения занятий не только как вебинаров, вот в том формате, в котором мы сегодня встречаемся, но также она ездит со своими лекциями, она ездит со своим партнером. И недавно она вернулась из Бишкека, это Кыргызстан. Совершенно потрясающий результат принес этот тренинг, то есть люди настолько были воодушевлены, что сразу мы сейчас все общаемся, как говорится, в разных уголках живя, мы все общаемся через Facebook, и я наблюдаю иногда за тем, что происходит, и вот после этого тренинга совершенно люди потрясающую работу начали. И для меня всегда счастье, для меня всегда большое удовольствие работать с Мариной, и я очень многому у нее учу, она меня всегда поднимает. Я всегда очень радуюсь успехам, которые пишут ее ученики, так как будто бы это мой успех. То есть, вот я сейчас Марину представила, она расскажет. Добрый вечер. Я продолжу то, что рассказывала Дина и Лена, во-первых, я хочу поблагодарить руководителей этого проекта, руководителей Бумеранга, Дину и Евгению за приглашение нас для проведения этого семинара. Хочу поблагодарить Лену за теплые слова, которые она обо мне сказала. И я сейчас продолжу рассказ о Майкле Роуче. Добавлю несколько интересных подробностей о том, как в жизни все связано. Вы слышали уже от Дины то, что учитель Майкла Роуча один из самых-самых больших преподавателей в Тибете. Попал в Америку после 50 лет и выучил английский, он не знал английского языка, для того, чтобы обучать на родном языке американцев. Вот это его мудрость. Но вопрос, почему его послал Далай-лама в Америку? А послал его Далай-лама в Америку? Вот по какой причине. В то время, когда китайцы завоевывали Тибет, захватили Тибет, на территории бывшего Советского Союза был сталинский режим. И в этот период буряты и калмыки были репрессированы. И американцы предоставили политическое убежище выжившим монахам бурятских калмыкских монастырей и монгольских тоже. В Монголии тоже был тогда коммунистический строй. И выжившие монахи перебрались в Америку. Получили там кусок земли в Нью-Джерси, построили небольшой монастырь. И когда они его построили и обосновались, они сказали: «Но мы же не можем быть без учителя». Они обратились к Далай-ламе и сказали: «Далай-лама, пришли нам хорошего учителя, нам нужен учитель». Далай-лама прислал им хорошего учителя, не просто хорошего, а очень хорошего учителя. И таким образом мы с вами получаем эти знания по очень короткой цепочке, то есть буквально от учителей, которые были, сами получили эти знания из первых рук. Буквально два человека стоят между нами. И вы видите, как наши люди тоже сыграли свою роль, наши советские монахи буддийские. В том, что вы сейчас можете получать эти знания. Я буду вместе с Леной рассказывать о вещах, которые, с одной стороны, мы получили из книг, мы получили из лекций, мы получили из личных встреч, не только с Майклом Роучем, но и
Дворы Цвели, это другая ученица Кэна Ринпоче, она израильтянка, которая 20 лет прожила в Америке. И из своего собственного опыта. То есть практически все, что мы будем с Леной говорить, о чем мы будем с Леной говорить, мы прожили сами, прочувствовали сами. Я начала этот путь без партнера, огромными долгами, после большого катаклизма в своей жизни, переворота, можно сказать, когда у меня все перевернулось в течение полугода, я потеряла практически все в своей жизни. И вот с этого состояния, шаг за шагом, в течение нескольких лет, я не просто возвращала то, что у меня было, у меня не было задачи возвращать, у меня была задача создать то, с чем я хочу быть, с чем я хочу жить, что меня вдохновляет в этой жизни. И на сегодняшний день я могу сказать, что у меня есть уже партнер, не просто партнер, а именно такой, какого я хотела себе партнера. Я его создавала, но это просто другая тема, тема другого семинара. О создании отношений, как мы создаем своих партнеров. И с деньгами моя ситуация изменилась полярно. То есть я еще не закрыла все свои долги, потому что они у меня были очень большие в стране, кредиты. Но на сегодняшний день они уже все для меня абсолютно обозримыми. Я уже вижу конец их закрытия. И кроме того, появляются каждый раз совершенно неожиданные способы, как они закрываются. Потому что то, как всходят у нас эти семена, мы даже предположить не можем сегодня. Еще я вам хочу сказать, что, как говорит мой учитель коучинга, тоже выдающаяся женщина, одна из моих больших учителей, Натали Бен-Давид, она говорит так: кто мог создать большие долги, тот может создать большие деньги. Нужно просто повернуть энергию в другую сторону. Вот сейчас я уже перейду ближе к содержанию нашего семинара. Во-первых, почему мы начинаем с денег? Потому что деньги являются фундаментом для всего остального, энергетическим фундаментом. Энергетическим фундаментом жизни человека. Потому что если у нас возникают отношения, но нет материальной основы для них, то эти отношения очень уязвимы. Они могут ослабнуть или даже вообще прекратить свое существование только из-за того, что нет денежной основы. Духовный путь. Мы начинаем духовный путь, но который всегда требует денег, потому что это и поездки, и обучение, и семинары. Но если мы обеспокоены тем, что нам нечем заплатить за квартиру, нам нечем заплатить за образование ребенка, если у нас много тревог и страхов, то это будет огромным-огромным препятствием на нашем духовном пути. И деньги – это фундамент, это основа, это не цель, это фундамент для всех остальных наших реализаций в жизни. Но у долгов есть еще один очень серьезный побочный, скажем так, эффект. Долги отражаются на нашем здоровье самым плохим образом. Состояние нашего здоровья и наличие долгов связаны самым непосредственным образом. То есть мы не будем много говорить о здоровье, мы будем заниматься деньгами, созданием денег, созданием кислородных денег, то есть денег, о которых нам не надо будет беспокоиться, которые будут к нам приходить в том количестве, в котором надо, и в то время, которое нам нужно. И параллельно с этим улучшать наше здоровье. Вот так это работает. Нет, Татьяна, я вот сразу отвечу на этот вопрос. Это нет прямой связи, но на самом деле отсутствие денег, ощущение, что денег не хватает, и наличие долга – это очень близкие состояния по своей сути.
своей причине. И вот мы живем в мире, в котором вокруг нас есть люди преуспевающие, есть люди с деньгами. Это могут быть люди в ближайшем окружении, это могут быть наши друзья, это могут быть знакомые, могут быть люди, которые, на которых мы смотрим по телевизору. И мы себе задаем вопрос. Что я делаю не так? Почему у них есть деньги, а у меня нет денег? Почему они пришли к тем результатам, к которым они пришли в финансовой сфере, а я не пришел? И мы начинаем следить за тем, что происходит. Мы смотрим, как они одеваются, мы смотрим, как они себя ведут, мы смотрим, как они общаются с людьми. И возникает целый ряд представлений, которые лежат на поверхности, таких, например, как богатый человек должен ездить в дорогих машинах и ходить в очень дорогой одежде. Или, например, богатый человек должен пренебрегать интересами других людей. Он должен идти к своей цели, не оглядываясь по сторонам. Или богатый человек, он спокойно может брать то, что ему не принадлежит. Не принадлежит. То есть, другими словами, воровать. Или богатый человек – это тот, который работает с утра до ночи. И вот появляются у нас представления, которые видны глазом, которые якобы связаны с уровнем денег у этих людей, а на самом деле никакой связи там нет. Никакой. Да, есть люди, которые ходят, есть миллионеры, которые ходят в дорогих и очень дорогих костюмах и ездят на очень дорогих машинах. А есть миллионеры, такие как, например, Уоррен Баффет, которые ездят на машине, которая уже 15 или 20 лет на старой Хонде, живут в доме из 4 комнат, небольшом совсем уже тоже последние 40 лет. Есть миллионер, который создал систему duty free, систему магазинов, один из самых богатых людей в мире. Он за очень короткий срок создал состояние 8 миллиардов долларов. Из этих 8 миллиардов у него на сегодняшний день остался один, потому что 7 миллиардов долларов он раздал на строительство больниц, на строительство школ, на другие вещи. И он просто не имеет машины. Он просто ездит в общественном транспорте. Есть президент Уругвая, который получает президентскую зарплату, живет в небольшом доме и практически всю свою президентскую зарплату отдает на благотворительные цели в стране. То есть нет никакой связи с тем, как человек одевается и в какой машине он ездит. И вместе с тем, например, то, что было на Украине незадолго до начала военных действий, я читала статью, что на Украине люди, киевляне, покупают очень дорогие машины для того, чтобы выглядеть перед общественностью, перед людьми, перед другими, как человек состоятельный, потом не в состоянии их выплачивать. Кстати сказать, если мы покупаем что-либо, за что мы не можем заплатить, это тоже вариант кражи. И это тоже к нам потом возвращается серьезными нехватками в жизни, денежными нехватками. То есть внешний вид и внешнее проявление не являются причиной денег. И большое количество рабочих часов работы тоже не является причиной денег. Есть люди, которые очень мало работают, но при этом у них есть деньги. Но причина у денег есть. Мы живем в очень упорядоченном мире. И в мире очень справедливым. Да-да, справедливым, представьте себе. И причина эта скрыта от наших глаз. И именно об этой причине, скрытой от наших глаз, но существующей и всегда на 100% работающей, мы будем с вами говорить. Мы будем говорить на курсе. И причину эту уже знали 2500 лет назад. Она не новая, это известные знания. Есть учителя, которые донесли эти знания до нас. Есть люди, которые проверили
и знания в нашем современном западном мире, такие как Майкл Роуч, убедились в том, что они работают абсолютно. Я передаю слово Лене. Лена – удивительная женщина с необыкновенной энергией. Энергия проявляется в том, что практически все, что она себе представляет, все, к чему она хочет прийти, она воплощает в своей жизни. Сила воплощения Лены, она невероятна. Я каждый раз поражаюсь, насколько у Лены нет никаких ограничений. Она в нашем бизнесе главным образом отвечает за распространение книг, за их издание, то есть за техническую часть, за печать книг, которая для нас является тоже очень важным моментом. Мы печатаем свои книги на бумаге историчного сырья. И чтобы не уничтожать леса, даже для передачи этой мудрости. И за несколько лет, которые мы вот начали с 2011 года издавать наши книги, благодаря Лене, я думаю так, издательство, типография, которая нам печатает книги, улучшила качество бумаги многократно. То есть если первые наши книги выходили буквально на газетной бумаге такого же уровня, то сейчас это уже качественная, хорошая бумага, на которую приятно читать и которую приятно держать в руках. И во многом это заслуга Лены. И сейчас, на сегодняшний день, Лена является уже преподавателем. Она ведет семинары, она начала вести семинары на Украине. Ее приглашают и на Украину, и в Москву. И вот мы сейчас с ней проведем, по приглашению Лены и Евгении, проведем вместе вот этот вот семинар. Я только хочу в конце своей речи все-таки сказать что-то полезное, что вы можете взять уже буквально сегодня, потому что сегодня прозвучал вопрос Дины, как создать мужа, который много зарабатывает. Я хочу коротко ответить на этот вопрос, чтобы вы вышли уже с каким-то конкретным ответом. Для того, чтобы создать мужа, который много зарабатывает, мы должны делать три вещи, но я сейчас скажу пока о двух вещах. Первая вещь, мы должны перестать транжирить деньги, то есть не покупать вещи, без которых мы можем обойтись, чтобы не загружать свой дом, свое сознание тем, что нам не нужно. То есть первое, не транжирить. И второе, что очень важно, мы должны беречь ресурсы нашей планеты и посвящать это тому, чтобы ресурсы нашего мужа вырастали, возрастали. Что значит беречь ресурсы? Выключать свет, не оставлять свет включенным в помещениях, выключать воду, выключать двигатель машины, если мы остановились, давать пластиковые бутылки туда, куда их нужно вставать, в нужные ящики, вставать макулатуру. И посвящать это тому, не просто механически, автоматически нажимать на выключатель, а посвящать это тому, чтобы ресурсы нашего мужа возрастали. Проверьте это. Пока я слушала Марину, я задумалась на самом деле, какие возможности сегодня перед нами открываются. То есть если мы сейчас вспомним 20 лет назад или 15 лет назад, тогда я помню это время, когда только входили в нашу жизнь мобильные телефоны, и как техника развивается на сегодняшний день, что мы, сидя в разных городах, совершенно имеем такую огромную возможность, такой потенциал пользоваться связями, средствами такими вот замечательными, просто меня это очень-очень восхищает. Я увидела, что вы спрашиваете по поводу книг. Значит, книги есть в России на сайте Озон.
Сейчас мы работаем благодаря Ире Майструк, с которой мы активно тоже сотрудничаем, как с мастером, как с преподавателем. Мы сейчас хотим сделать в электронном варианте. И те, кто собираются работать с нами в этом курсе, я очень-очень вас попрошу, не скачивайте книги в интернете. Почему? Мы поговорим об этом позже. Просто пока не делайте это, не пересылайте в электронном виде. Мы не давали разрешения на публикацию книг в электронном виде. И поэтому все, что там болтается в интернете, мы не отвечаем за качество, мы не знаем, что это за книги. И если кто-то это сделал, кто-то скопировал эти книги, то мы, как учителя, как тренера, рассматриваем это как карму воровства, да, то есть как, которые, соответственно, будут свои причины. Поэтому вот Дина, организаторы курса и ведущие тренингового центра «Бумеранг», Дина и Евгения, они взяли с собой книги из Москвы, то есть они есть в Новосибирске, но по большому счету книгу можно купить, ну, на сегодняшний день почта так развита, что вы ее можете купить в Амазоне, в Озоне, Озон.ру, извините, пожалуйста, у нас просто есть тоже такая система Амазон, да. Ну вот, вы можете купить в Израиле, мы можем вам послать из, я могу вам послать из Германии, то есть рисунка я узнавала будет стоить недорого, там, 2 евро. Вот, поэтому в Озоне отсутствует. Нет, они есть. Вот в Озоне есть. Вот буквально несколько неделю назад они появились. Ага, ну все, замечательно, слышно хорошо. И давайте немножечко поговорим о структуре курса. Марина так нас всех заинтриговала, но на самом деле структура курса, мы ничем не отличаемся от других тренеров. Чем этот тренинг будет похож на тот тренинг, который, или те тренинги, которые вы уже, возможно, проходили? То есть прежде всего, это будет часть, когда вы будете слушать теоретическую часть. И обязательно эту часть прослушать. Если вдруг у вас получается так, что вы не присутствовали на лекции, то, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы прослушать записи. И если на других курсах мастера разрешают приходить в середине курса или еще в начале, то есть у нас очень жесткое условие, А первое занятие, которое состоится на следующей неделе, еще мы можем кого-то принять, но в дальнейшем все участники, замечательно слышно, ага, хорошо, все участники будут поделены на небольшие группы или на пары. Работать мы будем в парах. И обязательное условие этого курса – это выполнение домашних заданий. То есть у нас уже курс был проведен. И у меня есть небольшая, как бы есть результаты. То есть из 40 человек, которые начали курс, 30 человек остались в курсе. Для 10 человек не хватило энергии, не хватило возможности. Да, книги есть на немецком, я вам потом отвечу. Если можно, то пока приостановите вот этот вот чат, для того, чтобы те, кто написали первые, чтобы не ушло сообщение наверх, да, для того, чтобы мне не пролистывать. Я сейчас напишу, а потом мы поговорим о книгах, я сейчас скажу. То есть, прежде всего, мы будем изучать причины. Дальше, каждую неделю мы будем встречаться в интернете. Чем больше группа, тем больше энергии мы сможем создать. Мы подготовили для вас на каждый урок домашнее задание. И это обязательно эти задания мы будем выполнять. Просто прослушивание этого недостаточно. Я думаю, что Дина уже упоминала, и Марина об этом упоминала, и Ирина Майструк в своих вебинарах, в своих занятиях, наверное, тоже об этом упоминала, что на интеллектуальном уровне мы можем прочитать самые умные книги, мы можем самые-самые продвинутые тренинги, самых-самых известных мастеров пройти, заплатить деньги, но может будет результат, а может нет. И обязательно курс этого курса – это каждодневная наша практика. Без этого никак не обойтись.
И домашние задания, они, конечно же, будут связаны с нашей жизнью, с ежедневными нашими действиями, и это будет анализ ежедневных действий, это будут записи, что я сегодня сделал, то есть там будет нами передана для вас определенная форма, которую вы будете заполнять. И самое необходимое, конечно, это обязательно-обязательно вы должны взаимодействовать со своим партнером. Почему это такое условие? Опять же, это все, то, что мы будем рассказывать. Очень-очень важно это вот это вот состояние, я сейчас поближе, да, потому что у меня на максимум, это состояние ожидания. То есть мы говорим сейчас о результатах. И когда мы будем работать, то, в чем мы будем как бы глубоко, куда мы будем погружаться, там будут действовать немножко другие законы. Вот. И точно так же, как мы, закапывая картошку, не ждем для того, чтобы закрыть наши долги. И мы будем об этом очень-очень подробно рассказывать. То есть наш курс будет длиться 14 занятий. И два из этих занятий. 90, ними и теми же вопросами сталкиваются 90% наших слушателей, 90% участников наших тренингов. Они вышли из проекта. Ну вот, я назову несколько целей наших участников. У нас была в группе одна женщина. С ее разрешения я могу назвать ее имя. Ее можно найти в соцсетях и спросить, насколько, то есть поинтересоваться, насколько она достигла своей цели. Угу. И у нее цель была открыть клинику, она сама врач-ветеринар, клинику для животных, но по ее подсчетам это было около 120 тысяч долларов или евро, я уж не знаю. То есть. И спустя 6 месяцев работы, сейчас вот я с ней встречалась в Москве, она достигла своей цели, ее взяли как соучредителя клиники. И, в общем-то, она считает, что она показала, и я так считаю. Ага, хорошо, я расскажу сейчас, да. И среди наших участников также была девушка, зовут ее Богдана Стелмашова, которая, а я с ее разрешения тоже упоминаю ее имя, вот, которая вот сейчас, буквально месяц назад, я с ней тоже встречалась в Киеве, она переехала жить в другую страну, она совершенно, как говорится, позиции, нулевой позиции, не имея профессии, не имея образования, она освоила профессию, она овладела, как я говорю, овладела искусством маленьких шагов, это то, что мы будем учиться, то, чему мы будем учиться с вами в течение 14 занятий, это на самом деле тоже очень-очень длительный курс вебинаров, длительная работа. Вот, и я ее называю искусство маленьких шагов, да, это то, чему мы будем с вами учиться. Не просто мы будем слушать, но и выполнять определенные действия. И темы нескольких уроков, ну, прежде всего мы ознакомимся с первый урок у нас будет посвящен тому, что мы ознакомимся с теми законами, которые существуют в мире и которые мы нарушаем, которые приводят нас к вот такому вот перекосу, то есть у нас нет денег, у нас нет партнеров, или у нас большие долги, или у нас какие-то проблемы со здоровьем. Мы познакомим вас с основополагающими законами причины и следствия. Это буквально произойдет на первых уроках. И на основе этих причин и следствий, законов, мы будем формировать нашу жизнь уже с новыми знаниями. И об этих законах мы будем говорить снова и снова, вот буквально на каждом занятии, для того, чтобы к концу 14-го нашего занятия вы плотно укрепились или очень были уверены, обрели полное понимание, как это работает. И несмотря на то, что Геша Майкл говорит, чтобы обрести понимание, очень глубокое понимание, надо темы эти, причинно-следственных взаимосвязей, их корреляции, надо прослушать более 7 тысяч раз.
меня недавно спросили, сколько я лично прослушала, и я так где-то прикинула, что, ну, наверное, раз 300. А может быть, я преувеличиваю, да? То есть мы каждый раз все снова и снова и снова будем возвращаться к тем законам, причины и следствия, анализировать свою жизнь, записывать свою жизнь, записывать те причины, те поступки, которые являются причиной, которые мы совершаем на уровне ежедневных наших действий, какие мысли нас сопровождают при этом, что мы об этом думаем. И вот то, с чем мы столкнулись, как бы та статистика, с которой мы столкнулись, когда мы начинаем конфронтировать людей с этой темой, то возникает очень-очень много сопротивлений, очень много негодований. Вот, и мы это принимаем абсолютно как процесс обучения, это нормально. И когда мне Геша Майкл, в свою очередь, и другие тренера говорили, как это надо понимать, какие последствия сейчас я вижу в своей жизни, какие причины лежат за этим, то я никак не могла, тоже очень мне было тяжело согласиться вот, с некоторыми, так сказать, своими собственными характеристиками. Вот так мы построим нашу работу. То есть следующий урок мы обязательно с вами рассмотрим 10 правил, которые приведут любое наше начинание, любое наше дело к благотворным проявлениям, благотворным последствиям. Мы на это выделили аж 4 урока, то есть на каждом уроке мы, на первых 3 уроках мы рассмотрим по 2 правила. И непосредственно, как проявляется это в нашей жизни, какие мы можем применить корреляции, то есть как мы можем противодействие проявить, да, в конкретных случаях. И на следующий урок мы, как бы, 3 урока по 2, это 6, и последний заключающий урок, оставшиеся принципы. Это мы их называем этические принципы в буддизме, на основе которого создан этот курс, это называется немножко по-другому. Если кто-то изучал христианство, то там это называется 10 заповедей. Вот, и я хочу обратить ваше внимание на то, что мы на это уделяем этому очень-очень большое внимание. И не просто, что мы там уделяем, например, говорим, вот не убей, это так-то и так. То есть мы проследим на как это проявляется в жизни, да, и не просто там в жизни, как каких-то звезд или еще чего-то, в нашей конкретной жизни, да, то есть это будет непосредственно работа с каждый будет работать со своей жизнью. Вот, возможно, в результате изучения этих принципов, этих 10 этических принципов, вы придете к тому, что какие-то принципы вы очень четко, очень твердо соблюдаете в своей жизни, но результата все равно нет. Мы вам расскажем, как можно очистить предыдущие свои негативные поступки или вот эти вот действия, которые мы ментально или речью, или телом совершаем все время. То есть там есть определенные техники, с которыми мы вас ознакомим. И они очень-очень сильно действующие, такие мощные техники. Частично и наш, так сказать, товарищ уже немного ввел, это Ирина Майструк, она уже ведет курс, уже многие в этом курсе принимают участие. Частично она вас ознакомила с этими тренингами, но в данном случае речь пойдет о более таких, еще более глубоких техниках. И мы будем требовать их ежедневное выполнение. И дальше что? У нас еще будет в программе. Мы расскажем вам, почему надо делать йогу, как работает йога. К этому времени вы уже, может быть, прочтете книгу Геши Майкла, которая называется «Как работает йога». Совершенно потрясающая книга, она написана в виде сказки. Это очень такая увлекательная, завораживающая, она тоже есть на озвучке. Но если вдруг вы ее не найдете, напишите организаторам или нам, мы вам поможем приобрести врача. Мы вам расскажем о медитации, что это такое, почему она обязательно ее делать. Мы расскажем вам о правильном питании, то есть частично, возможно, вы эти темы уже прорабатывали, но
Мы их проработаем немножечко в другом аспекте. Вот. И то, что вот Дина обязательно будет в программе, то, что упоминала организатор тренингового центра, как мы относимся к себе, как мы на самом деле относимся к людям. Мы проанализируем, насколько мы ведем здоровый образ жизни, насколько мы питаемся правильно, и как это напрямую, как говорит Марина, как уже сказала Марина, как наше здоровье, наш правильный образ жизни напрямую, или он связан с деньгами или нет. То есть мы это все будем анализировать и проживать на личном опыте. Ну, еще есть несколько у нас зайчиков в шляпе, которых мы вам преподнесем уже ближе к концу. То есть я думаю, что этот курс будет для всех очень-очень полезным. То есть на самом деле я сейчас упомянула две девушки в нашем курсе, как я уже говорила, было 40 человек и 30 дошли до конца. Вот, и из этих 30 мы получили наоборот 25 человек достигли результата. То есть от 5 мы просто не получили результата. Вернее, не получили ответной связи. Вот, и теперь, если есть какие-то вопросы, я могу ответить по структуре. Конечно, желательно, я понимаю, что у нас у всех очень-очень много проблем, очень много мы работаем, мы должны, женщин должны обслуживать и служить своим родственникам, детям. У нас много обязанностей, мужчины должны зарабатывать деньги. Но, тем не менее, возьмите твердое намерение дойти до конца курса. Возьмите твердое намерение в этот раз проработать эту тему как можно глубже, настолько, насколько вам позволит ваше состояние сознания на этот момент. Попробуйте увидеть, где будут ваши сопротивления. Попробуйте делать те вещи, которые мы говорим, потому что, ну, в общем, я вам хочу сказать, что все, что мы расскажем вам в этом курсе, уже проделали люди до вас, мы проделали это сами. И с огромной любовью, с огромным, как говорится, состоянием абсолютного даяния мы хотим этот курс провести для вас. И для нас тоже очень важно, чтобы вы изменились, чтобы ваша жизнь изменилась. Да. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их писать, можете написать их в чате. Я хотела бы поблагодарить особенно вот организаторов тренингового центра «Бумеранг» за ту огромную, колоссальную работу, которую они проделали с момента нашего знакомства. Уже с момента нашего знакомства прошло около года. Ну, просто колоссально, да, то есть вот эта вот возможность техническая, при которой мы можем общаться. То количество людей, которые сейчас, в данный момент, слушают то, что я говорю, это уже превышает все наши рекорды. То есть в Киеве нас прослушала мастер-классы, это были. Я еще хотела сказать, что, одну секунду, очень важно, что ты упомянула про тех, кого мы можем, кому мы можем тоже предложить. Конечно, мы просим сейчас всех людей, которые принимали участие, приглашать людей дальше. Мы не можем это скрывать как секрет. То есть чем больше мы делимся с другими людьми, тем больше новых знаний, тем больше хороших учителей будет в нашей жизни. Дольше учителя будут в нашей жизни. Поэтому важно, конечно, чтобы как можно больше людей узнало об этом курсе. Каким образом? Иногда бывает, что мы очень-очень долго кого-то уговариваем прийти, берем за руку, человек приходит, он ему это не нравится, он уходит. Иногда бывает, что одной рассылкой сразу приходит 10 человек. То есть выберите тот способ, который удобный для вас, и
Дело не в том, что, скажем, дело не только в том, что кто-то заплатит или не заплатит. Дело в том, что мы хотим, чтобы эти знания распространялись, мы хотим помочь Деши Майклу сделать, создать или воплотить его вижен, его видение. Спасибо большое, Елена. Огромное спасибо Марине. Огромное спасибо Лене. Я хочу добавить еще несколько слов, скажем так, о тренинге. Вот вы знаете, я думаю, что же такое сказать, потому что практически каждый день мы с вами общаемся, практически каждый день я рассказываю вам, ваших результатов уже очень-очень много. Я это уже говорила в самом начале, я просто, скажем так, подытожу то, что вы получите те инструменты, навыки, знания, практические знания уже, которые помогут вам выстроить абсолютно во всех сферах своей жизни все правильно. И знания, конечно же, эти, они бесценны. Потому что мы с вами ищем всегда не просто возможность зарабатывать, а мы ищем, скажем так, желание каждого человека просто стать счастливым человеком, прийти к внутренней и внешней гармонии. И наша с вами задача, та, которая стоит перед собой наш тренинговый центр, это объединение материального и духовного. Потому что когда баланс нарушен, вот я знаю, что есть очень-очень много примеров, когда вроде бы люди духовно развиты, вроде бы все хорошо, но с финансами есть проблема. Вот кто знает этих людей, либо сам является таким человеком, скажите, пожалуйста. Духовно развитые, но с финансами проблема. Пятерочки поставьте. Либо плюсики, либо пятерочки. Либо сами, либо я знаю, что мы знаем очень много таких людей. Это говорит о том, что есть нарушение баланса и есть над чем работать. И мы с вами состоим полностью из стереотипов. И каждый из нас научится правильно. Конечно, рассказать все, что хочется рассказать, вот за короткие 40 минут, которые выступала Марина и Лена, это невозможно. Вы знаете, что мои вебинары, они всегда очень даже не короткие. Хочется очень много дать, очень много рассказать. Но знаете, шаг за шагом. Почему все наши знания, я к вам сказала, не будут даваться в системе? Почему очень важно находиться именно в команде единомышленников? Потому что то, что тренинг идет 3 месяца, это только начало. И как сказала мне Марина Селицкая, она говорит, Дина, семена всходят от 3 до 6 месяцев. Это на самом деле так. Пока вы только начинаете, пока сложно, пока еще старые стереотипы, привычки, мировоззрение, старые семена пока еще всходят. Очень важно, чтобы в это время находились рядом и надежные учителя, опытные учителя, и чтобы была поддержка коллектива. Потому что, смотрите, вот каждый из вас был на каких-то разовых тренингах, на котором даже если он будет идти 3 месяца, но дальше он заканчивается, и вы остаетесь снова в том окружении, которое моментально оттягивает вас назад. Я называю тренинги, которые идут там даже, может быть, 10 дней. Даже 3 месяца, если там нет продолжения, это, как знаете, обезболивающая таблетка. Кто вспоминает сейчас, с кем была такая ситуация, поставьте единички, когда вы вышли после тренинга, у вас крылья за спиной, у вас все хорошо, замечательно, глаза горят, вы, кажется, все, вы все поняли, вы все знаете, вы сейчас мир свернете, у вас точно все в жизни переменится. Но через какое-то время, как правило, это день-два, максимум неделя, либо какая-то стрессовая ситуация, ребенок грубо ответил, муж там что-то сказал, может быть, просто прошло 2, 3, 4, 5 дней, и запал проходит. И при стрессовой ситуации, даже какой-то малейшей, вы забываете все, чему вас научили, и просто начинаете действовать так, как действовали. Вот с кем это бывало? Поставьте мне, пожалуйста, единички. Наш тренинг стоит 15 500, длится он 3 месяца. И за эти 3 месяца вы оплачиваете деньги не только за то, что вы получаете обучение, вы получаете не только этот уникальнейший курс, и это, конечно же, еще не все. В него будут включены, как я вам сказала, что участники первого и второго потока, вы являетесь вторым потоком, вам будет дано
еще дополнительно очень, ну, несколько обучений, это точно. Те, кто сейчас регистрируется, получают в подарок тренинг Оксаны Колесниковой «Почему я все знаю, но ничего не делаю». А те, кто зашли в самом начале во второй поток, они слушали его вживую, скажем так. Для всех остальных, кто заходит сейчас, этот тренинг дается в подарок в записи. Оксана Колесникова – это очень профессиональный коуч. Она также работает с бизнесменами и с предпринимателями. У нее свой замечательный проект «Женщина в бизнесе». И Оксана является руководителем учебного процесса в нашем тренинговом центре. Оксана, так же, как и я, она живет в Новосибирске. Я знаю Оксану уже более 8 лет. Очень многим вещам, скажем так, ценным знаниям, не вещам, конечно же, я научилась у Оксаны. И 1 числа у нас проходил вебинар совместный с Оксаной. Я еще раз говорю, прослушайте, пожалуйста, его в записи. И все участники второго курса получают в подарок этот тренинг. И сюрпризов, как мне понравилось, сегодня сказала Лена, зайчиков приготовлено. У нас тоже для вас сюрпризов приготовлено еще очень и очень много. Все наши дальнейшие тренинги, они будут даваться для того, чтобы вы не просто научились, а закрыли долги, а для того, чтобы вы шаг за шагом стали выстраивать абсолютно все в своей жизни. И следующий тренинг у нас буквально скоро будет запускаться, это тренинг отношения, и будет запускаться тренинг продажи, и будет запускаться тренинг ораторского, продающего ораторства. Я очень подробно в предыдущем вебинаре рассказывала о том, скажем так, видение нашего пути, которое будет развиваться. И как можно оплатить тренинг? Для этого вы можете связаться с теми людьми, которые вас пригласили, либо вы, да, вот хорошо, я вижу, что чат заработал наконец-то, можете связаться с Евгенией. Александр Шехерев, напиши, пожалуйста, чат Skype Евгении. И она даст вам реквизиты, куда можно, как можно оплатить тренинг. Тренинг начинается 8 октября в 19 Москвы. А, Евгения тоже здесь присутствует, извини, Женя. В 19 Москвы. У вас есть еще 4 дня для того, чтобы максимально рассказать всем своим знакомым, близким, друзьям о том, что есть знания, инструменты, опыт, практика и поддержка людей, которые на самом деле, благодаря, скажем так, помощи которым мы с вами наконец-то этот самый важный, самый сложный, самый трудный, тяжелый урок в своей жизни наконец-то уже пройдем. Я еще раз говорю о том, что в другом варианте о том, как, что мы будем учить на тренинге, вы можете прослушать запись от 1 числа. И следующий мой вебинар состоится во вторник. Во вторник это будет у нас 7 числа. 19 Москвы. И вот скажите мне сейчас, пожалуйста, кто хотел бы из тех, кто здесь присутствует сейчас, особенно сейчас обращаясь к тем, кто в первый раз, не просто это, скажем так, применить в своей жизни, но именно на практике, именно здесь, именно делясь теми знаниями, которые вы будете получать, делясь опытом и делясь результатами людей, которые уже получили результаты, далее своими собственными результатами. Кто хотел бы наконец-то научиться зарабатывать достаточно серьезные деньги? Я буду говорить сегодня, как бы время у нас уже 2 часа идет вебинар, я буквально 10 минут и я закругляюсь, потому что есть запись от 2 числа, полный подробный маркетинг. Для кого важно сегодня научиться зарабатывать серьезные деньги? Поставьте, пожалуйста, цифру 11. Я говорю на самом деле о бизнесе. Бизнес это, ну, 24 миллиона в год, я считаю, что это достаточно хорошие, серьезные деньги даже для очень многих предпринимателей, которые имеют серьезный бизнес на земле. А потому что, как я вам сказала, что у нас есть вторая часть, чем мы отличаемся от, в принципе, от всех направлений, от тренинговых центров. Потому что, как я вам сказала, мы объединили материальное и духовное. Это очень важно.
90% из вас не пришло бы сегодня к нам. Я хочу, чтобы вы это на самом деле понимали, потому что так оно и есть. Даже вот прослушав все, что мы вам рассказали, если бы у вас не было возможности еще и зарабатывать. Потому что вы получаете деньги не только здесь за тех людей, которых вы лично пригласили. Это работа. По факту каждый, кто здесь не просто обучается. Первая задача, вы просто обучаетесь и никому об этом не рассказываете. Но вы же понимаете, что не рассказывать невозможно, и это неправильно. Потому что, чтобы избавиться от долгов, нужно помочь, например, кому-то избавиться от долгов. Если у вас даже задания такие будут, вы в любом случае будете об этом рассказывать. Так как люди в любом случае будут приходить, и сегодня, ну, знаете, вот любого за руку возьми, кто мимо проходит. Никто, даже у кого нет долгов и есть доходы, ну, даже кто миллион, допустим, в год, в месяц зарабатывает, поверьте, ну, этот человек не откажется 2 и 3 в месяц зарабатывать, правильно? И с отношениями то же самое. Даже если у кого-то они есть, но всегда найдется что-то, что хотелось бы улучшить и усовершенствовать в своих отношениях. И мы используем такой замечательный, ну, я даже сказала, великолепный инструмент, как сеть. Если у кого-то складывается первоначально не очень какое-то позитивное восприятие, потому что это старый опыт, старые стереотипы так работают. Потому что зачастую сеть путают с пирамидами, матрицами, хайпами. Это раз. Во-вторых, что еще чаще мы используем, скажем так, мы, как вот я всегда привожу пример, басни Крылова «Мартышка очки». Мы эту инструмент, как очки, используем, мы не знаем, как им правильно пользоваться, мы не умеем им профессионально владеть. Мы вроде бы приходим в разные компании для того, чтобы зарабатывать деньги. На самом деле сегодня хорошо, серьезно зарабатывать, не посеяв нужных отпечаток, очень непросто. Вот сеть – это великолепный финансовый инструмент. Для любого человека нужно только знать, как это работает. Опять же, только объединив те знания, которые мы даем. И вот этот финансовый инструмент можно на самом деле в очень короткие сроки достигнуть просто грандиозных результатов. И почему у вас наконец-то в этот раз получится? Вот именно все знания, которые вы будете получать и на первом, и на втором, и на пятом, и на десятых тренингах, они будут направлены на то, чтобы у вас наконец-то получилось. И это, знаете, вы получите такой результат, вы научитесь как на велосипеде ездить. Вот если раз вы научились ездить на велосипеде, либо плавать, либо на коньках, вы больше не разучитесь. Вот здесь будет то же самое. Потому что не просто нужно научиться хорошо говорить и хорошо продавать. Это тоже надо, потому что и этого 90% делать не умеют. Конечно же, объединив те знания успеха, в первую очередь, благодаря этим знаниям успеха, мы с вами начнем зарабатывать такие деньги в очень-очень короткие сроки. И я сеть называю по-другому, как на тренинге Оксаны Колесниковой, мы должны были каждый выбрать метафору, которая бы нас вдохновляла. Это было очень интересное занятие. Второе, мы, наверное, вам в подарок его дадим для всех, то есть в общих чатах я, Евгения, говорят, мы выложим в общих чатах вот это второе задание, где мы рассказывали о метафоре, потому что ну, оно на самом деле было просто великолепное. И вот у меня пришла такая метафора, что тот бизнес, который я сегодня делаю, потому что, как говорится, знание отдельно, бизнес отдельно, это нефтяная скважина. Я вот каждому из вас от всего сердца, от всей души желаю иметь свою нефтяную скважину и научиться ей наконец-то пользоваться во благо себе и во благо тем людям, которым вы будете эти знания, по крайней мере, рассказывать, что они существуют, и приглашать их на наши вебинары. И мы будем с вами строить этичный бизнес, потому что если бизнес не этичный, он работать не будет, он закончится. И в основу нашей компании, прежде всего, мы закладываем и делаем такие шаги для того, чтобы наш бизнес развивался всегда. И обучать и вас, и вместе с вами мы будем строить именно то, что будет прежде всего этичным бизнесом. У нас существует две программы. Программа базовая и программа бизнес. Прежде всего, в первую очередь, нужно зарегистрироваться, пройти бесплатную регистрацию. Очень важны этические законы, что именно
те люди, которые вас пригласили, именно по их реферальной ссылке вы должны пройти бесплатную регистрацию. Как я сказала, вас добавят в чаты. И далее, когда вы оплачиваете тренинг, вы попадаете в бинар, в общую структуру. И здесь вы будете зарабатывать не только за личное приглашение. Я всегда хочу... Вот на самом деле все просто. Либо вы работаете, как я говорю, в одно лицо, как частный предприниматель. Допустим, вы имеете свою торговую точку. Вот вы встали и наторговали в день 20 тысяч рублей. Либо вы имеете 1000 торговых точек и в день каждый из них сдаст по 20 тысяч рублей. Что получится? 2 миллиона в день. Никогда один человек не может сделать того, что сделает 1000 рублей. Даже если он будет супер-супер-пупер профессионалом, так не бывает. И у нас вы будете получать деньги даже за тысячного приглашенного, который придет под каким-то из ваших приглашенных, вашего приглашенного на любой глубине под вами. И это называются степы. Я сегодня не буду подробно рассказывать маркетинг. Он есть отдельно в маркетинг записи от 2 числа. Я просто скажу, что расскажу о возможностях. Хочу, чтобы у вас появилось видение. Есть базовая программа, есть бизнес-программа. Базовая программа, вы сейчас все, когда оплачиваете тренинг, становитесь автоматически участником базовой программы. Это ваше личное желание, будете вы рассказывать, не будете вас рассказывать. Но если вы начинаете рассказывать, у вас включается второй вид, скажем так, возможностей, вы получаете возможность еще и зарабатывать. Любой труд, он должен быть оплачен. По-другому быть не должно. И в базовой программе вы можете заработать от 2,5 до 5 миллионов в год. При этом у вас может быть, ну, от 2 до 5 до 10 лично приглашенных. Даже этих людей будет достаточно, если каждый будет делать просто то же самое. Вы будете получать очень хорошие доходы. И базовая программа дает вам возможность создать, пусть небольшой, ну я так говорю небольшой, но стабильный ручеек поступления денег. А вот поставьте мне, пожалуйста, сейчас циферку 7, те люди, для кого было бы сегодня очень-очень важно, чтобы у вас было по чуть-чуть, но каждый день доход. Допустим, 1500, 2500, но каждый день. Вот для кого это было бы очень важно? Просто представьте себе такую возможность, допустим, $100, да, кто в долларах лучше понимает, пусть по $100, но каждый день. Вот бинар, он как раз именно такую возможность и дает. Но бинар, он имеет накопительный результат. То есть если у вас сегодня в течение месяца, двух, может быть, даже трех, именно такая ситуация сложилась, а как усиливать семена благодаря кофе, медитациям, благодаря, как Майкл Родж говорит, поливанию тех семян, которые вы посадили, мы с вами, кто-то уже учится, кто-то еще научится. У вас именно вот, скажем так, 2500 со временем превратятся в 5000 в день, в 10 тысяч в день, в 20 тысяч в день, в 30 тысяч в день и в 50 и больше тысяч в день. Только бинар дает такие возможности. Но это, как я говорю, бинар – это начальная программа, это маленькая программа. Почему я озвучила в самом начале, что мы будем с вами учиться и делать определенные еще задания по увеличению своей финансовой планки. Потому что буквально через месяц мы запускаем с вами бизнес-программу. Потому что именно в бизнес-программе вы будете зарабатывать до 24 миллионов в год. У вас есть возможность 5 миллионов зарабатывать в базовой и 24 в бизнес-программе. И вот то, что у вас сейчас происходит, когда вы в базовой программе сейчас потихонечку, помаленечку, но каждый день приглашаете людей, рассказываете. Сначала, конечно же, проходите через личные трудности, через старые стереотипы. Мне сегодня было за день несколько разговоров с теми людьми, у которых на самом деле были очень-очень большие проблемы, которым очень тяжело давалось, очень сложно давалось. Было внутреннее отторжение всего того, что делалось, но я очень счастлива и рада, что это все позади, что все стало получаться, особенно у тех, у кого было на самом деле очень сложно. И это мы с вами тоже вместе пройдем. И вот если вы сейчас потихонечку начали выстраивать базовую программу, то вот все те люди, которых вы пригласили, с которыми вы поделились этой уникальной информацией, и поверьте, тренингов у нас будет
Это сейчас он у нас один. Буквально со следующей недели, как только мы запускаем наш тренинг «Антидолг. Кармические законы успеха», у нас запускается дальше параллельно несколько тренингов еще. И через месяц небольшим мы запускаем бизнес-программу. И вот все люди, которые находятся в базовой программе, я говорю все, потому что я не сомневаюсь даже, что это будут все. Может быть, 1% сразу не поймет, но и то я сомневаюсь в этом. Вот все, как вы есть, как у вас сейчас структура выстраивается, вы перейдете в бизнес-программу. И если сейчас у вас здесь ручеек по чуть-чуть начинал течь, вот вы сейчас по факту в базовой программе семена сеете, но у вас они буквально за несколько дней вырастут, когда мы перейдем в бизнес-программу. Потому что там вы получите очень хорошие доходы. При команде всего лишь 126 человек. Я вам не буду сегодня задерживать на маркетинге. Я маркетинг подробно своим приглашенным давайте, пожалуйста, в записи. Я только покажу один слайд, самый наш любимый с вами, чтобы вы понимали объем работы, который можно сделать. Вот смотрите, это бизнес-программа. В бизнес-программу вход 125 тысяч. Это на год вы получаете обучение и год возможности зарабатывать деньги в партнерской программе «Бизнес». Знаете, если любому предпринимателю сказать, что вот 125 тысяч в год у тебя вложений, и у тебя товар никогда не заканчивается целый год, и ты можешь со 125 тысяч заработать 24 миллиона. Когда я говорю такое предпринимателям, они говорят, не бывает так. Бывает, потому что инструменты есть разные. Если мы чего-то не знаем, это не значит, что этого не бывает. Так вот, структура 126 человек, это значит, что у вас 60 человек справа, 60 человек слева стоит. Не буду сегодня вдаваться в подробности. Это на самом деле очень мало. Среди них может быть всего лишь два ваших лично приглашенных. И ваш доход в бизнес-программе составит 800 тысяч рублей. Очень неплохие деньги. Вот кто хотел бы, чтобы у него буквально до 24 числа 800 тысяч рублей уже было заработано. Вот кто бы себе бы прям это очень сильно разрешил? Поставьте, пожалуйста, мне. Какую цифру? Восьмерочки давайте, раз 800 тысяч рублей. Кто себе бы прям разрешил бы прям вот до 24 ноября 800 тысяч заработать? Вот вы знаете, только вы сами себе можете этого не создать. Все остальное абсолютно возможно. Абсолютно просто, абсолютно легко. При такой огромной поддержке Ирины, Марины, Елены, Оксаны, меня, Евгении и вас всех вместе взятых, у нас просто нет возможности этого не сделать. Но если вы сделаете чуть-чуть побольше, если у вас будет не 2 лично приглашенных, а 10 лично приглашенных, это 10 человек, которым вы сегодня от всего сердца, от всей души желаете, помочь прежде всего. Еще раз говорю, чтобы что-то получить, сначала это нужно отдать кому-то другому. Вот если у вас будет 10 лично приглашенных, вообще поставьте себе задачу максимально каждый из вас иметь 10 лично приглашенных. Многие, очень многие уже имеют именно такое количество лично приглашенных. Если раньше я говорила, что пока нет, то сейчас говорю, уже очень многие имеют. У многих уже есть, не у многих, у некоторых уже есть структуры по 126 человек. И это так, и я думаю, что за этот месяц количество таких людей значительно увеличится. Потому что если 10 лично приглашенных, те же самые 126 человек, но это уже 2,5 миллиона. А 2,5 миллиона на эти деньги можно уже квартиру купить однокомнатную, хорошую. По крайней мере, более-менее хорошую квартиру. И кто-то из вас разрешит себе такие деньги получить уже до 24 числа. Даже если не до 24, потому что, я еще раз говорю, так как мы будем переходить с одной программы в другую все вместе, вот как вы сейчас выстраиваетесь в базовую, вот точно так же будем заходить в бизнес-программу. Поэтому там у вас возврат денег будет буквально идти в дни. Возврат и доход будет идти в дни. Поэтому сейчас очень хорошо сейте в базовой программе. И, соответственно, я всегда считаю, я никогда себе не разрешала в жизни, и вам, конечно же, тоже не разрешу этого делать, чтобы вы свою жизнь тратили просто на 3 копейки. И так уже достаточно много времени потрачено. Поэтому структура из 1260 человек за год,
А кто-то это сделает и в ноябре уже. Привести лично приглашенных – это все те же самые 24 миллиона. Знаете, это не так много. 600 справа, 600 слева, из них ваших лично приглашенных может быть всего 10 человек. За год, по крайней мере, такой результат создать, ну, можно, я не знаю, раза 4. А кто-то и больше раз создаст такой результат за год. Будет зависеть только от вас. Максимально задавайте тренерам вопросы. Просто никогда не разрешайте себе не посещать занятия, когда проходит, пропускать занятия. Помните, ваша цель, она прежде всего стоит перед вами. Поставьте так приоритеты, что вы знаете, что это вот, знаете, как будто вам на каждом занятии по 24 миллиона выдают. Берите все оттуда. Повторяйте их каждый день буквально. Делайте даже больше, чем вы можете сделать. Задавайте вопросы. Помогайте своим партнерам, потому что вы сегодня, я знаю, что уже разделены по парам, у вас уже есть партнеры на тренинге у Ирины. Помогайте людям в чате, помогайте людям с параллельных структур. Только это является причиной успеха. Поставьте мне, пожалуйста, сейчас пятерочки, это люди, которые не пропустили ни одного занятия. Вот если есть такие люди, кто сейчас присутствует, кто не пропустил ни одного занятия, пятерочки. А кто пропустил хотя бы одно, поставьте двойки себе сейчас, пожалуйста. Честно. Неважно, какие причины были, что вы его пропустили. Я сейчас говорю про тренинги, Галина. Вот видите, двоечников у нас очень много. Догоняйте. Потому что иначе все ваши слова останутся лишь только словами. Нельзя. Поставьте цель. Вот как учила Оксана. Вернитесь к тому уроку, где Оксана говорила о метафоре. Представьте, что это ваша угольный разрез, что это ваша нефтяная скважина. Вот как бы вы к ней относились? Вот каждый урок – это ваша нефтяная скважина, которая вам открывает просто колоссальные возможности в жизни. Вы должны стать губкой, которая просто впитывает все, что вам дается, и вы должны научиться слышать между строк. Вы должны на уровне чувств слышать, что вам дает учитель на занятии. Я думаю, что очень многие сейчас поняли, почему это очень важно делать. И уже в воскресенье у нас состоится, если я не ошибаюсь, да, Ирина, наверное, занятие Ирины. Я всегда вижу, сколько человек присутствует на обучении. Поверьте, я вижу абсолютно каждого из вас. Кто там есть и кого там нет. Да. Татьяна, давайте без «но». Прослушиваем запись. Да, прослушивать можно. Никогда ничто не заменит живое общение с учителем. Имейте это в виду. Я не зря вам рассказываю о том, что очень важно вживую общаться. Общение по скайпу, когда вы видите учителя вживую, никогда это не заменит того, что можно сделать в записи. Да, запись, конечно, есть. Она, конечно же, для того и нужна, чтобы повторять однажды пройденным с учителем материал, потому что у нас мозг усваивает 5% информации. Поэтому каждый урок, как Лена сегодня сказала, Майкл Роуч говорит, 7 тысяч раз нужно прослушать для того, чтобы дошло. Вот представьте, сколько нужно вам прослушать. Вы в этой жизни хотите результат получить? Или вы хотите его получить через 100 жизней? Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Поставьте себе такую цель, такую метафору, чтобы вас она вдохновляла. Я вот сегодня разговаривала с некоторыми нашими участниками, и говорит, у нас столько энергии, мы спать не можем. Мы засыпаем и просыпаемся с мыслью в состоянии просто огромного удовольствия и счастья. Нас, говорит, разрывает от того, что нам хочется делиться этим с людьми. Вот в таком состоянии замечательном все и происходит. Когда не через силу это делается, а когда в удовольствие это делается. Я... каждого из вас желаю, чтобы вы разрешили себе иметь свою замечательную нефтяную скважину. И сейчас вы все, что вы делаете, вы ее разрабатываете. Вы сеете те семена, вы делаете те действия, те поступки, те мысли, которые вам дадут именно этот результат в вашей жизни.
мы максимально приложим со своей стороны все возможности для того, чтобы каждому из вас, и мне очень понравилось наше предыдущее тоже занятие, когда мы говорили о том, что во всех сферах жизни мы будем с вами развиваться. Мы здесь будем с вами просто жить в разных направлениях, и имидж, и внешний вид, и питание, и работа над собой. Успех, он приходит только на всех уровнях сразу. Вы не можете оставаться тем же самым человеком, при этом получать другие доходы. Да я думаю, что вам это уже не интересно. Интересны совершенно другие возможности. Поэтому и я, и все наши учителя сделают все возможное для того, чтобы вы преуспели. Но вы с такой же отдачей, каждый из вас должен двигаться нам навстречу. Я вас всех благодарю. Разрешите себе, пожалуйста, зарабатывать по 30 миллионов в год. Что уж там 29. Хотя 29, слушайте, какая замечательная цифра получилась. 2 плюс 9 получается 11. Значит, все же правильно 29 миллионов в год. Считали, наконец-то я посчитала. 29 миллионов в год я вам разрешаю зарабатывать. Можете и вы себе, конечно же, разрешить их зарабатывать. Кто-то их заработает уже в нашем замечательном 2014 году, в год лошади, в год, скажем так, когда Будда получил просветление, в год, когда Будда родился. Лошадь – это трудяга, работяга, нам с вами от неба уже все дано. Кто-то их заработает в следующем году. Даже если вы первый год заработаете 5 или 12 миллионов, я думаю, никто из вас не обидится, а во втором году заработаете 24 миллиона, я думаю, снова никто не обидится, да? Я еще раз всех наших новых участников рекомендую вам не останавливаться на одном этом вебинаре, послушать обязательно предыдущие записи, быть на всех наших вебинарах, потому что каждый раз они проходят по-новому. С какой-то новой стороны мы показываем видение, понимание, знание, куда мы идем, зачем мы идем, с кем мы идем. Поверьте, вы попали в нужное время, в нужный час. Мы будем с вами делать очень-очень много замечательных, нужных, хороших дел, потому что, чтобы получить, нужно сначала отдать. И отдавать нам нужно очень масштабно и очень много. И этим мы с вами будем, конечно же, тоже заниматься. Пока вы себе пространство расчищаете, а дальше будем мир улучшать. Разрешайте. Это у нас такая своя кофе-медитация вечерняя через день. Разрешите себе 24 миллиона в год зарабатывать. Еще напишите, в какой год. Да, Галина, правильное замечание. Призовой лошадью, да. Ага. 3-4 октября самое лучшее время в году для того, чтобы принять решение. Да, это на самом деле так, потому что мне уже сообщили о том, что 8-10 числа будет затмение лунное. Кто-то мне написал о том, что не очень ли это опасно для начала тренинга. Я так пошутила, сказала, что, знаете, вот как раз и нужно всех спасать. Лунное затмение, оно уже началось, оно уже действует. За несколько дней до начала мы начинаем его чувствовать. Поэтому если у вас сейчас эмоции как-то каким-то удивительным образом расшатаны, просто знайте, это просто лунное затмение. И это тоже пройдет. Это затмение, Галина, мы проживем осознанно. Вот, уже Венера пишет результат. Начала говорить мужу «люблю», раньше не могла. Муж теперь внимателен. Это же замечательно. Да, Елена, я вас поздравляю. Очень рада нашему знакомству. И рада, что вы теперь вместе с нами. Мы с вами сделаем очень много замечательных, хороших дел. Ну что, всем спасибо, до свидания. 2 часа 10 минут мы с вами потрудились, зарядились.
зарядили друг друга позитивом, любовью, счастьем. Возможно, кому-то, я сейчас обращусь, уже многие повыходили из чата, да, время уже очень позднее. Поставьте мне, пожалуйста, оценку от 1 до 10, насколько для вас сегодня было сегодняшний наш вебинар полезен. Вот для кого он был полезен? Конечно же, я и для тех, кто в первый раз, в первую очередь спрашиваю, и тех, кто не первый раз. А сейчас поставьте, пожалуйста, только обращаясь к тем людям, которые еще не на тренинге, поставьте, пожалуйста, циферку 1, те, кто принял решение, что он пойдет с нами дальше, и циферку 2, те, кто пока еще нужна дополнительная информация. Для тех, кто еще не с нами, циферку 1, то точно принял решение, что он будет с нами на втором потоке, и цифру 2, те люди, которые пока еще подумают, поразбираются. Да, для этого я вам предлагаю, вот я вижу Любовь, Ольга, обратитесь к тем людям, которые вас пригласили. Возможно, вы сегодня первый раз были, либо второй раз. Послушайте тренинги, поймите, затмение, оно тоже работает. И даже если вы не попадете на этот вебинар, просто оставайтесь на этот тренинг по каким-либо причинам. Просто оставайтесь вместе с нами. У нас будет еще и третий поток, и четвертый, и пятый, и 25-й. Попросите, зарегистрируйте, чтобы вас в любом случае добавили в чаты. Мы для вас приготовили очень много интересных, замечательных встреч, будет проходить для всех и для участников, и не для тех, кто пока еще просто находится с нами по разным причинам, не внутри проекта, а, скажем так, вместе с нами рядом. И вы уже зарегистрируетесь, получаете реферальную ссылку и уже все равно можете приглашать своих близких, друзей и знакомых. Для того, чтобы зарегистрироваться, Марин, вам необходимо обратиться к тому человеку, который вас пригласил. Если вы не знаете, кто вас пригласил, то напишите, пожалуйста, тогда на скайп Евгений. Евгений, если ты здесь, напиши, пожалуйста, еще раз свой скайп. И зарегистрируйтесь по реферальной ссылочке. Марин, вы знаете, кто вас пригласил? Напишите, пожалуйста. Не знаете, Евгения пока не видит, я напишу сейчас. А, вот Евгения написала. Вот, Марин, для вас специально скайп Евгении, постучитесь, Евгения поможет вам найти того человека, который вас пригласил. Для всех остальных, кто знает, мы с вами встречаемся. Ну, в воскресенье у нас тренинг, это все по расписанию в чатах. Мой следующий вебинар будет проходить во вторник в 19 Москвы. Приглашайте. Это будет последний вебинар перед началом тренинга. У нас есть суббота-воскресенье. Прослушивайте записи. Я знаю, что у вас очень много заданий. Прослушивайте вебинары. Работайте со своими структурами. Работайте со своими группами. Приглашайте новых людей. Сейте хорошие, добрые семена. Не забывайте, что их нужно поливать. У вас есть чем заниматься. У вас уже столько инструментов в руках. Дай Бог вам со всеми с ними каждый день их переделать. Обязательно делайте медитацию Тонленг. Я думаю, что вы будете в полном составе первая группа воскресенья на тренинге у Ирины. Всем спасибо. До свидания. Всех целую, обнимаю.